Здравствуйте, друзья! С вами Дмитрий. И стройка стройкой, ремонты ремонтами, но и отдыхать тоже нужно. Для меня отдых – это изменение деятельности. Поэтому сегодня мы приехали на это замечательное поле, чтобы полетать на таком летательном аппарате, который называется «Аэрошут». Сейчас я вам подробно покажу, что это такое за летательный аппарат. Вот этот замечательный аппарат, который называется Аэрошут Стелс. Полностью закрытая кабина. Зимой в нем не холодно, летом не жарко. Вот, сейчас мы попробуем с ним полетать. И наш пилот Игорь, который будет нашим воздушным гидом по небу. Или садиться, усаживаться в этот аппарат. И будем летать. Вот, я уселся уже в Аэрошут Стелс. Сейчас будем взлетать. Страшно, но интересно. Посмотрим, как это происходит. Наш гид Игорь убеждал меня, что это безопасно. Посмотрим, так ли это. Вот так вот мы и полетали. На посадке, скажу, было немножко страшновато, но тем не менее приглашаем всех полетать на аэрошутах. Вот и закончился наш полет. Если вы хотите полетать на аэрошутах, пожалуйста, приезжайте на поле.
Я оставлю в описании телефон пилота Игоря. И если хотите просто больше узнать об аэрошутах в интернете, смотрите сайт aerosport.ru. Пока-пока. Спасибо, что смотрите.